Музей был учрежден в 1937 году в память о Николае Островском. Известный писатель жил в Сочи с 28 по 36 год. Свой самый известный роман «Как закалялась сталь» он написал, будучи слепым и неподвижным. Его книги обрели популярность во всем мире и были переведены на разные языки. Сочи писатель называл своей второй родиной, где он состоялся как личность и как писатель. Здесь ему был вручен орден Ленина, высшая награда страны. Здесь же ему подарили дом, где после смерти писателя был открыт музей. За 80 лет это учреждение культуры приняло более 7 миллионов посетителей из России, ближнего и дальнего зарубежья. В книгах отзывов тысячи теплых слов. Вот эта запись – одна из ценных, от Юрия Гагарина. Сегодня в честь юбилея в выставочных залах музея состоялся праздничный концерт. В программе мультимедийная презентация «История музея», концерт струнного квартета имени Рахманинова, состоящий из любимых произведений Островского. 80 лет – это просто большая человеческая жизнь. И здесь проходили и выставки международные, и выставки всероссийские. Музей открывал новые имена художников, поэтов, литераторов. Вот сейчас наш музей активно разрабатывает образовательную тему. Мы занимаемся проектами, которые связаны с развитием, с музейным таким образованием детей нашего города. В честь юбилея за преданность музейному делу лучшие сотрудники получили грамоты и благодарственные письма от руководства города и края.